короче, девчонки, девчонки доехали. Шикуем. А вы куда едете? А зачем? Было? На мир посмотреть, себя показать. Ну, бабло везешь? Да. Баблишка, знаете, целый рюкзак баблишка. Си. Мы приехали на Синопост. На все куда? Синовал. Ладно, да не будем. Автоматы по покупке и получению билетов. Можно тут же и купить, можно тут же и получить. Сюда ходит Б601 автобус. Вот на него садитесь. Один юанчик платите, и он вас зовут. Ты никогда не будешь один, у тебя не будет чистого кадра никогда. О, я сегодня разносчик пиццы. Мне просто сегодня заказали пиццу в Макао, мне надо ее доставить в Макао срочно. А тебе куда, в казино? Ты помнишь номер казино? Я не помню, но я смс-ку посмотрю. Это там можно, а тут снимать нельзя. Все усилия у нас кинуты, чтобы пойти на паром. И пожрать. Да, и пожрать. Как ощущения? Ну, мы же не первый раз уже. Ой, мы первый раз, такие ощущения. Должна наоборот, вау, вау, Макао. Ой, вау, вау, я первый раз. Мы отъезжаем от Шэньчжэня в Макао. А в город. Девочка, кошка смотрит. Такой порт в Шэньчжэне. Куда приехали? Макао. И как вам? Макао, какао. Как вам? Холодно пока. Очень холодно. Сейчас нам нужно будет перейти еще границу, зайти в Макао. И там опять нельзя будет снимать. Народ стоит на такси. Нам на автобус, нам вон туда. Ну вот, мы за час доехали до Макао из Шэньчжэня. Сейчас направляемся в Венецию. Самая знаменитая гостиница, самый знаменитый комплекс, казино. Куда идет куча автобусов, бесплатных причем, которые везут туристов, которые везут китайцев. Мы еще в подземке, и мне сестра говорит о том, что как можно за 2000 рублей приехать в другую страну. Билет сюда, напомню, стоит 210 юаней на пароме. Это пассажирский паром. Какая скорость? 100 км в час, да? Чуть меньше 100 км в час. Они здесь не очень разговорчивые. Двери сами открываются. Никакого мошенничества. Все приезжают тупо пофоткаться. Потому что здесь реально прикольно, но красиво. Типа проебал деньги в казино, фотки в подарок. Бесплатно. На свой телефон. В Макао настолько холодно внутри, что Катя решил прикупить себе куртку. О, смотри! Смотри, какая мила! Все в Макао приезжают пошопиться. И здесь действительно дешевле даже, чем в Шэньчжэне или вообще в любом городе Китая. Дети от 1 до 12 лет стоят 103 доллара, и здесь 135 долларов взрослый.
Я обожаю такие места, потому что здесь классная музыка в основном. Что, глазка такая тебе, да? У нас Новый год. Сидят на креслах казино, едят свои булки. О, это вообще игроки от Бога. Сколько здесь бабок с детками. Узнайте же! Прогулялись по Венеции, нам, в принципе, хватило где-то даже часа-полтора. Сейчас хотим походиться на улице и выдвинуться уже в Гонконг. Идем дальше. На самом первом этаже фонтан. И вот она, елка, которая вверх ногами. Дерево не открывается. Какая красотень. Вау. Ну как тебе? Мы в Эйфелевой башне? Да, да. Сейчас мы стоим на 9 номере и ждем автобуса, который будет идти до порта, а там мы уже поплывем до Гонконга. У нас сегодня долгое путешествие. Мы сейчас пытались посидеть вот на этой вот штуковине. Нам сказали, нет, нельзя на ней сидеть. А китаец пытался курить, ему сказали, нельзя курить, короче, вон иди туда, выброси сигарету. Он не понял и стал там докуривать. Они говорят, ты что, чувак, мы тебе вообще сказали, запрещается. И, в общем, мы стали разговаривать на эту тему и говорят, почему нет ни скамеечек, ни лавочек, ну вообще ничего. А все очень просто, ребята, потому что вы идете в какое-нибудь кафе, поднимаетесь и тратите там кучу денег. Либо вообще себе гостиничный номер снимаете, раз вы так устали. Тут все сделано так, чтобы с вас иметь бабки. Поиметь вас на бабки. Да, вот так. А еще есть такая интересная штучка, вы забыли карточку от номера гостиничного отдать. Вы, короче, здесь сбрасываете ее, а потом вам как насчитают, и в Макао вы больше не приедете. Мы уже в порту, бежим забирать билетики. Граница Макао. Граница пуста и чиста. Паром из Макао в Гонконг немного побысявее. Здесь можно сажать детей. Вот так посадил, закрыл их в клетке. Нормально. Ну или жену
Ну, или мужа на крайняк. Я не знаю, у кого как, у кого какие проблемы. 7 часов мы выдвинулись из Макао до Гонконга, и время уже почти без 10:08. Уже собирают мусор. Сейчас я сдам мусор, и я так понимаю, через 10 минут мы уже будем в Гонконге. Polish life till you close.